Ярко-красные рубиновые звезды. Среднего срока цветения. Растение пирамидальной формы, ветвистое, высотой 50-70 см. Соцветия плоские, махровые, диаметром 12 см, красного цвета. Сорт стойкий к неблагоприятным условиям. Слабо поражается фузариозом. Для раннего цветения высеивают в защищенные грунты в марте. На постоянное место рассаду высаживают в апреле. Непосредственно в открытый грунт семена высеивают в конце апреля.